Честно говоря, я не знаю, как так произошло, что у Джамбо Макса, который ведет канал около 7 лет, который сидит с Xbox 360-го, там, с 2008 года или 2007, точно не помню, который сидит со времен Xbox One на Xbox практически постоянно, на канале у него не было все еще обзора на вот этот вот геймпад. Не, ну вообще, как бы, ответ достаточно простой, не было обзора, потому что его никто не засылал, и покупать его ради одного обзора, ну, было как-то не особо классно. Но так случилось, что я на него накопил, и сегодня я о нем расскажу о плюсах, о минусах, сделаю, попытаюсь это сделать максимально подробно, вот. Ну, а самое главное, отвечу вам, а стоит ли его вообще брать. И да, сразу скажу, что вероятнее всего этот геймпад я разыграю на своем стриме, поэтому обязательно прожимай лайкусик, подписывайся на канал и не забывай прожимать колокол, чтобы не пропустить и видосики, и стримы, это обязательно, да. Начну, пожалуй, с того, что я реально долго решался на обзор данного устройства, поскольку я не видел для себя какой-то надобности в его приобретении. Геймпадов у меня куча, есть как и киберспортивные, так и дешевые варианты, но интерес к элитному у меня был, пожалуй, всегда. Напомню, что данный контроллер навел действительно много шуму, и, пожалуй, команде Xbox удалось его спозиционировать так, чтоб его многие захотели, даже несмотря на его цену почти в 200 баксов. На сегодняшний день разумнее было бы, наверное, подождать какой-нибудь новый контроллер третьей серии, но никакой ближайшей презентации, на которой бы мог бы быть анонс, не намечается. Поэтому я решил прыгнуть в последний вагон его обсуждения. Зато скоро пройдет Apple Event, мероприятие от Apple, на котором расскажут про свои новые продукты, вероятнее всего сможем глянуть на новый iPhone, iPad, MacBook, как это всегда происходит. Конечно, вряд ли мы увидим от них игровую консоль, слухи о которой ходили с 21 года, но в любом случае глянуть на это интересно, и поскольку трансляция будет на английском языке, советую вам скачать Яндекс браузер, где вы сможете воспользоваться функцией перевода и озвучки видео нейросетями. Больше, чем мы могли бы показать здесь. Играя в нее, мы всегда делимся этими уникальными и особенными моментами, которые может подарить только такая игра, как эта. Пройдет презентация 19 сентября в 20:00 по Москве, поэтому, чтобы не пропустить, ссылка на нее будет в описании. Но вернемся к геймпаду и начнем с плюсов. Первое, что я хотел бы выделить и нереально расхвалить, это его комплектация. Когда ты доводишь его до дома и раскрываешь, ты действительно чувствуешь, что ты купил дорогое устройство. Купил устройство лучше, чем обычный геймпад, устройство с плашкой для VIP. Премиум. При распаковке тебе сразу же бросается в глаза чехол, дополнительные стики, и хоть это для кого-то там могут быть и мелочи, и не стоит таких денег, но для того, кто купил этот геймпад, все же приятно, плюс далеко не во всех геймпадах такая большая комплектация. Но самое приятное для меня во всем этом лично оказалось наличие хорошего аккумулятора, который рассчитан на более 40 часов работы, и док-станция для комфортной зарядки. Я просто очень люблю такие док-станции. Ей можно заряжать и кладя на стол, так и сразу через чехол, и так у вас геймпад ни обо что не будет царапаться, и это здорово. Я хоть и не любитель аккумуляторов, особенно на геймпадах плойки, поскольку они не держат крайне долго, но тут совершенно другая история, плюс приятная зарядка. Да, аккумулятор держит действительно долго. Сам геймпад в руках лежит просто прекрасно. Он дарит реально классное ощущение, поскольку он матовый, имеет шероховатости для цепкости поверхности. Конечно, в этом есть маленький нюанс, в котором у вас в ребристых поверхностях будет скапливаться частички кожи, но тут уже ничего не поделать, и это будет далеко не у всех. Мне очень понравилось, что форма геймпада, она практически идентична с обычным контроллером Xbox, а он для меня просто максимально удобен с точки зрения держания. И когда ты берешь в руки этого красавца, ты действительно ощущаешь комфорт. На мой субъективный взгляд, по тактильным ощущениям, этот геймпад действительно один из самых лучших. Форма плюс материал дарят действительно клевые ощущения. Также очень радует, что в нем собрались все самые прикольные фишечки, которые должны быть у контроллеров, которые ориентированы на якобы плюс 10 к скиллу. И, во-первых, это сменные стики. И несмотря на то, что они на магнитах, они очень хорошо держатся, никуда там не слетят, никуда не отвалятся. Лично мне очень понравилась комбинация правый высокий стик и стик выпуклый слева. То есть для того, чтобы ходить, у меня получается удобное толкание. Конечно, было бы прикольно, если бы этот стик был чуть повыше. А для прицела повыше стик, и, так скажем, я обеспечиваю себе повышенную чувствительность контроля за счет большего угла наклона. Хочу заметить, что в данном контроллере есть еще дополнительные фичи, связанные со стиками, которые я тоже нигде не видел, и она заключается в тугости наклона. Насколько я понял, тут есть три уровня, с которого стик либо идет легче, либо туже. Для этого есть специальный такой вот инструментик. Об этом мало кто, наверное, говорит, и, наверное, это из-за того, что этим не особо пользуются, поскольку это не особо ощущается. Просто привыкаешь к одному чувству и забиваешь, и вряд ли для определенных игр ты будешь как-то с этим возиться.
То есть, да, функция она есть, но лично у меня каких-то явных изменений замечено в чувстве не было. Короче, функция, наверное, ради функции. Очень понравилось, что геймпад имеет целых 3 уровня блока стика. Не скажу, конечно, тот самый рычажок, влияющий на ход, он мега удобный. Лично у меня он всегда пролетает средний уровень. Но ход самих курков, он действительно классный. И если вы поставите это на минимум, то он вам даст шанс быстрее сделать выстрел. Для меня это удобно, и этим я действительно пользуюсь, поэтому в шутерах я действительно сокращаю себе ход курка. Ну и, конечно же, что очень прикольно, это то, что на этом контроллере есть сменные лепестки. Вообще, задние дополнительные кнопки, я скажу вам, это классная тема, особенно если вы играете в онлайн выше среднего, и самое главное, вы в них нуждаетесь. Поскольку именно они дают вам возможность не отрывать палец от стика и при этом не используя метод Claw, который лично я вообще терпеть не могу, он мне просто не подходит. Плюс это реально облегчает управление в некоторых играх, к примеру, там в строительстве Fortnite. Но сами лепестки, честно говоря, мне понравились не особо, и моя претензия заключается в том, что когда ты берешь в руки данный геймпад, пальцы у вас кладутся именно вот так. Соответственно, чтобы абсолютно всегда быть наготове, нажать на ту или иную кнопку, вам нужно будет держать средний палец слегка в напряге, что не особо удобно. И несмотря на доступные 4 кнопки, мне больше понравилось юзать только 2. Это маленькие курки снизу, пальцы прям на них кладутся и прям вообще уматно, и в целом 2 кнопок мне более чем хватает. Но сам ход лепестков мне понравился не так сильно. Тот, кто всегда приходит на стримы и на канале уже давно, знает, что я капец как привык к геймпаду от Thrustmaster'а, и там все кнопки имеют более чувствительный отклик. И те самые убогие дополнительные кнопки, может быть, и выглядит смешно, но они удобнее, ибо они лежат под палец, и они как-то отзывчивые, что ли. Тут у меня сложилось ощущение, что мне лепестки стоит нажимать чуть заранее. Это мега мелочь, обычный игрок меня вряд ли поймет, но я расскажу так, как я ощущаю. То есть чувствительности в дополнительных кнопках мне лично не хватило. Возможно, опять же, из-за привычки к этому контроллеру от Thrustmaster'а. Поскольку этот геймпад все-таки элитный, и многие его считают для киберспорта, в нем есть очень удобная функция для создания профилей. Скажу честно, до определенного момента я не особо понимал надобность что-то всегда настраивать, но когда я пытался начать играть лучше, и когда у меня появились дополнительные кнопки, я понял, почему это необходимо. Вы играете в колду, ставите на дополнительные кнопки, к примеру, прыжок и подкат, но когда вы переходите, опять же, в Fortnite, там уже немножко другая раскладка, и она не совпадает с колдой. И чтобы вам не заходить снова в приложение и не переназначать кнопки, что тут не особо удобно, вы просто в один клик можете поставить ту самую раскладку, которую запрограммировали. Вы, наверное, уже заметили, что при переключении меняется и цвет логотипа, и это прям та самая киллер-фича геймпада, ради которого этот геймпад еще прикольнее. Цвет можно менять прямо в приложении, и на каждый такой профиль можно выбрать свой цвет. Палитра большая, поэтому каждый найдет для себя свой любимый цвет. Конечно, данному геймпаду очень идет классически белый, но лично мне удобно по цвету понимать, какой профиль у меня включен. Конечно, это понятно и по индикатору снизу, но для меня это сразу бросается в глаза, поэтому фиолетовый Fortnite, там, не знаю, колда, например, красный и так далее. В остальных кнопках у меня нету каких-либо нареканий, все работает абсолютно так же, как и на обычном геймпаде. Вот, наверное, стики здесь чуть потише и бампера с курками, остальное, опять же, все то же самое. И смотря этот видос, наверное, до этого момента, у вас сложится впечатление, что этот геймпад, ну, просто какой-то идеальный, и его точно надо брать. На самом деле, это не совсем так. Те плюсы, которые я выделил у этого контроллера, сравнивая с конкурентами, они будут лучше, да, если прям сравнивать их напрямую, потому что здесь действительно добавлено много всяких фишек, приколов, вот. Но те минусы, которые я нашел в этом геймпаде, честно говоря, они все это впечатление очень-очень сильно портят. Первое, что в минусах хотелось бы выделить, и это одна из мощнейших проблем, это сами стики. Вы можете мне не верить, но я думаю, обладатели элитных контроллеров меня поймут. Несмотря на все эти сменные стики, регулировку тугости, у них есть очень весомая проблема, которая ну точно не должна быть у геймпада за такую стоимость. Это люфт. Чтобы вы понимали, я этим геймпадом пользуюсь меньше месяца, и это не полные дни игры, и даже, так скажем, не полный месяц игры. Но мертвая зона, которую вы видите в виде покачивания, очень для меня ощутима. Первый раз, когда я сыграл, я думал, что проблема в высоте стика и неправильной подобранной чувствительности. Сразу скажу, что нету смысла там опираться на какие-то настройки, ибо они должны быть подобраны под вас, как седло велосипеда. Немного поковырявшись в настройках, я понимаю, что при наведении я не чувствую, так скажем, ту самую начальную движение, отчего прицел у меня немножко в рывках. Но когда я увидел это, то в принципе все стало на свои места. Я в этом случае думал немного подшаманить в настройках приложения, ну, для элитного контроллера, но оказалось все четно.
К сожалению, в приложении нельзя было настроить мертвую зону, именно начало стика, которое бы повысило, наверное, чувствительность. И еще само родное приложение, оно лагает. Вот просто поглядите, он просто перескакивает. Это не плавное движение. Для сравнения, вот вам приложение Trustmaster, и посмотрите, как я плавно могу двигать этот стик. На Elite контроллере так не получается. Если же проверять геймпад через комп, то да, там все нормально, за исключением того, что сам стик не всегда возвращается в начальную позицию. Иногда имеет отклонение и, так скажем, ту самую мертвую зону, от чего у вас будет складываться ощущение, что вам нужно приложить чуть-чуть больше усилий для наведения. Сейчас кто смотрит этот видос, возможно, меня не поймет от слова вообще, схватится за голову, скажет, да что ты такое несешь, ну, наверное, у тебя брак. На самом деле, такая тема компаниями признана не гарантийным случаем. И та самая проблема, с которой большинство производителей почему-то не борется, она все-таки существует. И несмотря на то, что есть вроде как решение обхода на данную проблему, Microsoft не хочет ее решать и просто предоставляет вам чуть большую гарантию, потому что вроде как на обычных контроллерах это 3 месяца, на элитку год. Например, Microsoft могла бы сделать какую-нибудь другую ревизию элит контроллеров, почему бы нет. Но прикол в том, что тот самый ход стиков и мое возмущение насчет них поймет далеко не каждый, поскольку у всех у нас разный скилл, разные чувства к игре, разный опыт, но поверьте, верьте мне, такой штуки за такую цену тут быть явно не должно. И то самое приложение не должно так лагать. Те, кто этого не чувствует, на самом деле капец как радуйтесь, ибо когда вы поймете, про что я говорю, либо когда вы прочувствуете это, вас Elite контроллер просто будет бесить. Но опять же, для обычного игрока, который играет в одиночке и ему пофигу на результат, это вообще может быть неощутимо. И опять же, все зависит от того, как кто играет, но проблема есть, и это факт. Еще очень важный момент, с которым бы я не хотел точно сталкиваться, это качество его материалов. Несмотря на то, что он по тактильным ощущениям действительно ощущается очень и очень классно, долгожительность вот этих вот всех приколов, оно не особо радует, особенно если опираться на те или иные проблемы, которые я видел лично в интернете и общался с людьми, у которых элит контроллеры. Поскольку геймпад существует уже давно, я видел крайне много случаев, когда залипали кнопки RB. Потом они отваливались, слезала резиновая прокладка, хотя смотря на нее вживую, я не понимаю, как такое вообще может произойти, но это реально. Кнопки западают, стики могут начать дрифтить, то есть сами по себе идти в какую-либо сторону. Понятное дело, что любое устройство может сломаться, но у элитного геймпада это очень распространенная проблема и бывает даже в течение года. И опять же, смотря на то, сколько стоит этот геймпад, ну, честно говоря, вот как-то страшно его покупать. Что касаемо новых элитных геймпадов, которые вот эти вот Core разными цветами, насколько я знаю, они абсолютно такие же, и единственное, что их отличает, это комплектация. Но, честно говоря, без полной комплектации данный геймпад практически, ну, не имеет смысла. Ибо элитный геймпад, он именно как раз таки про дополнительные кнопки, про сменные стики, про док-станцию, чехол и так далее. И если вы хотите купить элитку, то лучше, мне кажется, переплатить за полный комплект. Какой можно сделать вывод? Элитный геймпад по многим критериям действительно обходит остальные геймпады, которыми я пользовался, но все вот эти вот плюсы кажутся не такими важными по сравнению с теми минусами, которые бывают у этого геймпада, особенно за такую цену. Если у вас обычный контроллер или просто хотели бы что-то лучше и премиальнее, то данный геймпад вас полностью устроит, поскольку он действительно круче и лучше обычного. Но если вы киберкотлет, для вас важна точность, скорость и так далее, то он может вам слегка не подойти. Если вы вдруг думаете, что купив какой-нибудь такой контроллер, у вас на глазах вырастет скилл и вы становитесь там непобедимым, то это лишь самовнушение, которое пытается вам оправдать потраченные деньги. По факту в онлайн-играх, помимо настроек и устройства, на которых вы играете, решает больше умений правильно подбирать позиции, чувствовать игру, сборка оружия, ну а также очень решает коннект, на который при помощи геймпада вы уж точно повлиять не сможете. Я знаю ребят, которые играли на полуполовных геймпадах, и они играли в 1000 раз лучше даже тех, у кого элитные геймпады. Брать этот геймпад или не брать, конечно же, решать вам, но знаете, что он в любом случае будет лучше обычного геймпада, я бы сказал, на 2 головы выше, но если вы хотите взять какой-нибудь геймпад для киберспорта, чтобы играть лучше, да, и вам нужна вот эта вся точность, быстрая отзывчивость, то, на мой взгляд, этот геймпад подойдет... не особо. Как по мне, даже здесь проще, наверное, взять какой-нибудь там китайский аналог аксессуара по типу Armor X Pro или Доминатора. Так будет и дешевле, и в каком-то роде даже практичнее.
принципе, у меня на этом все, что можно рассказать о этом контроллере. Что касаемо розыгрыша, предлагаю его разыграть в режиме аукциона, прямо на стриме. Могу дополнительно расписаться вам на коробке и выслать дополнительный мерч, который у меня остался. Если хотите, то пишите коммент «Жумба Go розыгрыш». В общем, я очень надеюсь, что вам понравился данный обзор. Как видите, я старался над ним. Вот, если это действительно так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить колокол. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!